Помнишь фильм «Братьев Вачовски. Москвич»? Людьми управляет матрица. Ты не согласен или сомневаешься? Тогда следуй за белым кроликом. А лучше на семинар психолога Станислава Грофа, который состоится 7 и 8 октября в концертном зале «Мир». Кто такой Гроф, спросишь ты? Это мыслитель-визионер, основатель трансперсональной психологии и метода холотропного дыхания. Открытие того, что причины психического нездоровья лежат гораздо глубже, чем считалось раньше, и нахождение новых путей лечения этих заболеваний, помощь людям, которые испытывают кризис средних лет и кризис духовный, психодуховный кризис, все это, конечно, позволяет сейчас считать его величайшим из живущих ныне психологов. В первый день семинара он будет говорить о смерти, во второй – о жизни. В первый день ключевой мыслью будет та, что смерть – это величайшее путешествие, которое ждет нас всех, в том числе и белого кролика. Во второй день ты сконцентрируешься на проблемах насилия и алчности. Почему люди алчны и как их, негодяев, переделать? Причина всех катастроф все-таки находится в глубине самого человека. Мы, люди, являемся причиной и экологической катастрофы, и насилия, которое происходит на Земле. Гроф, глубоко понимая, откуда все происходит, источники войн, источники агрессии, предлагает изящный, красивый и в то же время очень древний выход из этих проблем. Познай самого себя. Есть версия, что традиционная психиатрия, основанная на чистом материализме, зашла в тупик. Антидепрессанты не помогают, а наоборот, убирают вглубь психики симптомы расстройств и не убирают причины проблемы. Как один из методов лечения, Гроф предлагает холотропное дыхание. Метод, на его взгляд и на взгляд его последователей, ведущий к самопознанию, личностному развитию, духовному фитнесу и даже излечению психических расстройств и заболеваний. Всем этим темам посвящены несколько книг Грофа, которые легко можно найти в книжных магазинах столицы. Можешь начать знакомиться с психологом и его учением уже сейчас. От 6 по 8 октября «Москвич», «Матрица», «Белый кролик», «Следуй за белым кроликом» и «Отвечай на вопросы», если, конечно, тебе нужны ответы.